О май гад, нифига себе. Реально. О, вот это пати. Нормас. Ты посмотри, как музыка качает. Папа, мама свин, мама бегемот и папа кошелот. Все, короче, здесь. Ой, господи, ад. О, куда это идет? Бойфренд? О май гад, он решил зайти к ней ночью домой. Что ты за... Эгегей, всем привет, ребятки, вы на канале Funny Games, это Friday Night Funkin и Peppa Pig Exe, это свинка Peppa Exe, давайте глянем на этот мод, она типа здесь, смотри какая она, типа симпатичная, да, типа я обычно Peppa, обычная свинка, но нет, ребят, вы увидите сейчас, что это не так, поехали, не так, у нас 2 недели, в первой неделе у нас 3 песни, а во второй 1, музыкальная битва Peppy. Угу, как это промотать? Бойфренд и герлфренд весело прогуливались по холмам, когда в середине своего путешествия они подошли к дому Пеппы. Привет, я свинка Пеппа. Бип. Ты что, в каком-то секретном клубе состоишь или что? Нет. Хотели бы вы попрыгать по грязным лужам? Ну да, чем свиньи еще и занимаются, да. Это было бы прикольно, но вы должны снять свои ботинки. Это не имеет значения для нас. В таком случае могли бы вы лучше спеть вместе. Фантастика! Ура! Очень оригинальный диалог. Ладно, Пеппа предложила им, типа, попрыгайте, говорит, в лужах, но герлфренд говорит, мы боимся замарать свои ботинки, типа. Ну окей, начало пока непонятное. О! Я видел там Боба. Ну такая веселая песенка, зажигательная. Смотри, какой значок у Пеппы, она рыгает. Ой, это что такое? Это грязь какая-то. Что за грязь? Заморала мне экран, блин. А, пацаны стрелки, да? А, я опять нажал. Ладно, окей, я понял. Нельзя нажимать. Там какие-то коричневые стрелки. Понял. Пеппа типа грязью. Грязь кидается. Ой, опять нажал. Да господи, они какие-то еле заметные. Боже, ладно. Ну, по крайней мере, весело. Песенка веселая. Да, господи, да хватит нажимать. Да, они особо ничего не приносят, никакого вреда. Можно просто спамить, если бы она отнимала хпшку. А так... Эй, ты чё, хрюкнула, что ли, папа? Она хрюканула. Ладно, так. Еще будут, да, еще какие-то диалоги. Ого, автобус! Миссис Кролик приехал. Мисс Кролик. Чтобы забрать Пеппу в детский сад. Не хотите ли пойти с нами в детскую мадама Газель? Ее друзья собираются спеть концерт. Бип. Парень, девушка, в общем, садятся в автобус. Ну, герлфренд и бойфренд. Бип. Бип. Боб. И в автобусе какой-то пати, короче. Ну, автобус для вечеринок. О май гад, нифига себе. Реально. О, вот это пати. Нормас. Ты посмотри, как музыка качает. И все собрали, все животные здесь. Вот это зоопарк. Еще и бесплатно. Отлично. Вот это пати, поехали. Опять пацаны, я понял. Вот это музяка. Не забанит еду. За такую музыку. О чем поет папа, интересно, а? Эх, желуди, лужа.
какашка. Вот и взяла какашку мне сразу. Чем там свиньи занимаются обычно? Какают, едят, ищут желуди. Что они еще делают, я не знаю. Ух, и сложная у них жизнь, конечно. Поесть, покакать, полежать в грязи. Да, очень тяжело. Не то, что у нас, да, ребят? В школу ходить, там, учись. Это все изи. А вот в грязи валяться целый день, это тяжело. Да боже, Пеппа. Дайте свои вонючие двойные стрелки. Ну, музыка нормас. А, отлично. Двадцать секунд еще, нифига какая длинная песня. Эй, животные, может вы на водопой пойдете, а хватит. Жираф больше всего. Почему у него шея такая маленькая, жирафик, смотри. Ай, ладно, окей, допустим. Так, что у нас дальше? 5 секунд еще. Господи, папа, могла бы еще 5 секунд похрюкать. После пения Пеппы и ее друзей, они прибыли в детскую. Это, говорит, и есть газели? Газели. Бип. Ой, господи, Алиса, что ты переводишь, а? Поиграй, говорит, поросенка посередине, говорит Пеппа. Что за поросенок? А, они, может быть, это три поросенка сказку играет. О, да, давай споем, извини, ха-ха-ха, что-то такое-то. О, боже. О, божечки. Еще больше животных, а на этот раз еще и папа свин пришел. Все, короче, папа, мама свин, мама бегемот и папа кошелот. Все, короче, здесь. Ой, господи, о. Я не понял, а где Пеппа Экзета? Может, у нее потом будет новая фаза? Будут опять подставные твои стрелки, Пеппа? Пока нет. Да, есть. А, вот я нажал. Убери все, какаху. А, это мистер Газель. И машина Газель, не знаю, короче. Не вообще Пеппу, не знаю, ребят. Ай, жесть, что происходит? Мистер Газель. А, мистер Волга есть? Или москвич? Ай, жесть. Да, это барабанщик, смотри, это все Газели там стоят. Все, понял. Блин, кринж. Ай-яй-яй. Так. Мы выигрываем? Да, мы выигрываем. Отлично, Пеппа. Где твоя новая фаза? Господи. Да, пипец. Во второй неделе, что ли, будет у него новая фаза, ребят? Пока тут все весело. О! Прикольная мелодия. О боже, а чему это у нас память? Газель. А где жираф? Да господи, хватит кидаться какахами своими. Пеппа, ты надоела. Весь экран мне своими какахами заморала. О, опять какахи. Нет, все. О, все отлично. Первая неделя прошла. Ну, вот она. Пеппа. Пеппа Экзе, ребят. Вот она, все. Все, не до шуток. Все, а то сейчас мистер Газель еще придет. Что-то, говорит, написано. Он же говорит, предупреждение на этой неделе. И 10 лет подходит для детей. Рекомендуется применять дозоректик какой-то. Дозорек. О, куда это идет? Бойфренд? О май гад, он решил зайти к ней ночью домой. А здесь она. Боже, какая грязь у нее. О господи, это что за песня? Да, реально, Пеппа.
Экзе. У нее рука как будто из-под юбки торчит, смотри. Как-то неправильно рука растет. Вау. Ух, вот это мне нравится. О, боже. Ладно, ладно, я понял, я... Блин, опять подставу нажал. Быстро стрелки летят. Очуметь. Пеппа Бекон. Или как она там? Пеппа Пик. Жесть. Не, Пеппа Экзе, короче. Эй, чё замедляется? Чё ты за... Чё ты задумала? Господи, хотел только сказать. А чё за обезьяна у неё на холодильнике? Ты что за подстава? Жесть. Не, ну песня классная. Ну, папа. Ой, нажал на какаху. Такое ощущение, что у меня стрелки быстрее летят, чем у нее. Или кажется. О! Это же ее мелодия. Вау. Что было написано там? Пэг? Пэг? О боже, боже, что с ней? Что? Фух. Вот это ужастики, ребят. Да, вот это уже жутковато было. Блин, жалко, что только одна неделя. Давай посмотрим. Раз, два, три, четыре. Ой-ой-ой, эпа. А, мистер Потадо и Тэнк Пик. Вау, прикольно, смотри, давай посмотрим. Еще у нас три секретные песни во фриплее. Окей, поглядим. Эпа ля чапча. Эпа ля чапча. Ля чапча. Давай ля чапча. Что это такое? Это свинью скрестили с этим, со слоном, что ли? Боже, что это такое? Ну, боже, а что так летит быстро все? Алло! Свина... Свина-слон! Что он там кидает? Бананы? О май гад! Очуметь. Ой, ну. Ой. Да хватит, э! Боже! Киносирен! Киносинарис! Да боже, зачем так быстро летит все? Para cobrar si son buenos. Wow. Прикольно. No, retumbo. Это разные песни, короче, да? Боже. Что
это за перс вообще? Сейчас спам такой будет, что ли? Господи! Очуметь! А чё ты орёшь? Я тоже орать могу! Испугался? О боже! Ладно, с этим безумием закончили. А я мистер Потато, я, говорит, мистер Картошка. Ну окей. 3, 2, 1. Кто ты? Господи. Я совершенно не знаю персонажа Пеппы. Мистер Потато. И что ты будешь петь? Чипсы Лейс, такие классные, такие вкусные. А, ну да, почти. Господи. Это уже рофл какой-то. Мемные всякие песенки дурацкие, не имеющие смысла никакого. Это друзья Пеппы, что ли? Что это такое? Хотя нет, там же у нее же там всякие животные, наверное, мистер Картошка. Хотя, может быть, и есть мистер Картошка. Я не знаю, ребят, кто специалист по Пеппе? Пеппе, напишите в комментариях. Окей. 30 секунд еще этого бреда, ребят. И у нас еще с вами там одна песенка какая-то. Глянем ее. Я картошка. Все, конец. Все, иди отсюда, Лейсина. Иди дожарься, надоел. Так, и у нас еще одна песня. И мы еще с вами анимации про Женю не посмотрели. Точно. Я забыл. Кстати, бойфренд здесь немножко интересный такой, да? Он как-то он нарисован, у него другие краски, как будто. Тенки пиг. Что-то такое. О, бой. Танкмен! Господи! Танкмен пиг! Все, я понял! Танкмен! Прикольно! Вот это я не ожидал! Я сначала думал, она в шлеме виртуальной реальности. А это ж Танкмен! Бесно Танкмен! Очуметь. Ой, боже, промахнулся. Отлично. Yeah! Нифига себе. Устал хрюкать. Слушайте, это не папа Экзо, это папа Крейзи. Реально. Крейзи папа Экзо, вот так. Я так прям назову серию. Крейзи папа Экзо. А что такое? У меня стрелки как-то плохо нажимаются. Алло. Пеппа. Так, нам надо анимацию поражения заценить.
Давай посмотрим сначала, где. Давай выберем это, где у нас мистер Газель с дядей Волгой. Так, вот тут мистер Газель, дядя Волга. Давай здесь сначала проиграем. Потом, где у нас Пеппа Экзе была. Там тоже посмотрим анимацию поражения. Так, бойфренд, сдавайся. Вау, прикольно тут, смотри, у него другие эти анимации бойфренда. Спрайты другие. Так, я же вам не сказал, ребят, чтобы вы подписались на мои резервные каналы. Вау, анимация поражения у нас даже другая в этой пеппе. Очуметь, давай выходим. Я думал, обычная будет, прикинь. Так, все, и бекон у нас, бекон. Да, подпишитесь на резервный канал, ребят, обязательно. Это Telegram, Рутюб, Яндекс, что там еще у нас? ВКонтакте, вот. И Telegram, да, я сказал Telegram, да, Telegram. Вот, ну и на YouTube, естественно, подпишитесь, лайк поставьте. Обязательно, за свинку-то такую. И вот за эту песню, она офигенная, мне понравилась. Больше всех эта песня понравилась. Так, ну и что у нас здесь будет за анимация поражения? Давай, Пеппа, рви! Вот это вообще офигенная песня. Здесь спрайты у нее, смотри, какие красивые. Они плавные какие-то, четкие. Давай, бойфренд. Господи, как мало у него отнимается хп. Бойфренд! А, анимация, к сожалению, такая же, но она прикольная, ребята, она прикольная. Ну, в смысле, что именно под этот мод анимацию переделали. Ну что ж, мы на этом закончим, ребят. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал обязательно. Делайте репосты и обязательно подписывайтесь на мои резервные каналы. Это был Friday Night Funkin, Funny Games TV. Меня зовут Максим. Всем пока!